Учебно-воспитательный комплекс «Перспектива» гостеприимно встретил учителей начальных классов краснолужских школ города. Они собрались здесь для обмена опытом и навыков в воспитании и обучении учащихся с 1 по 4 класс. Семинар был направлен на патриотическое воспитание, любовь к родине и семье. Мы с преподавателями услышали прекрасную, настоящую русскую речь детей, когда они составляли устное сочинение. Они работали над своими темами проектов, где познакомили нас и с историей нашего Красного Луча. Мы узнали, какие животные и растения в Красном Луче сейчас у нас есть и занесены в Красную книгу. Узнали о людях, которые прославили город Красный Луч. Также учителя смогли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению лэпбука – новейший способ организации учебной деятельности с младшими школьниками. Это мини-книжка, в которой систематизированы знания по определенной теме. Наши коллеги приготовили отличный материал, где нам самим удалось поучаствовать в уроке, стать воспитанниками и сделать великолепный лэпбук под названием «Город Красный Луч», который мы с тобой заберем и будем тоже продолжать, добавлять. Нам рассказали прекрасную технологию. Педагоги считают, что патриотизм не воспитать без семьи, без любви родителей. Поэтому продолжением семинара стала концертная программа от учеников учителям под названием «Есть такая профессия – быть мамой». Издревле в русских семьях воспитание детей ложилось на женские плечи. В современном мире женщина может быть не только мамой, женой и хранительницей очага, но и заниматься любимым делом, что и показали ребята в своих выступлениях. Рассказав присутствующим в стихах, танцах, пантомимах о разнообразии женских профессий. Это медик, учитель, повар, продавец и парикмахер. Мы приходим в школу рано, первый класс, тяжелый труд. Нас встречает наша мама, что учителем зовут. Учительница первая моя. Кроме всего, вниманию гостей была представлена выставка работ, сделанных руками мам, воспитанников УВК номер 5 «Перспектива». Завершился семинар обсуждением, где гости оценивали, удалось ли педагогам раскрыть патриотизм посредством таких направлений.